года 4 назад, когда бомбил еще Давидыч, я смотрел его обзоры, и он снимал одну тачку, в которую я влюбился. Реально, он ее очень тогда сильно похвалил. Она мне нравилась. И вот прошло 4 года, и та моя мечта реализовалась. Вот она. Впереди 20-й год, год, на который большие планы. И для дальнейшего развития своей блогерской карьеры я покупаю себе М4, чтобы устанавливать на ней рекорды мирового масштаба. Мы вместе с вами, с подписчиками, решаем, как ее назвать. И называем ее Хасанатор. Кто бы мог подумать, что так потом будет говорить вся страна. Целый год я откатался этой тачкой в этом ее виде. Все ее узнали. Она появилась на многих каналах в Ютубе. Она появилась у всех в Инстаграме. Ее знают все, практически каждый. И узнаваемость этого автомобиля зашкаливает. Наверное, это самая узнаваемая тачка в стране. Как только я приехал, я начал снимать, как я хасаню по городу, по встречке, дрифты, боком, каждый день сторис, как я залетаю, там одной рукой держу руль, другой держу телефон. Эта машина стала популярна именно в таком виде, но пора уже переходить в новый год, в новый 21 год, в новую эру, в новую историю. И теперь я расклеиваю эту тачку. И сейчас, сдирая эту пленку с этого автомобиля, я как будто часть истории, как с души, срываю, там что-то оставляю, кусочек себя. Не так тяжело это делать, но надо шагать в будущее, надо идти вперед. Однозначно, это будет новая история, это будет история, которая связана с ЭТР. Будет новая хасанаторская история в масштабах страны, как минимум. Теперь, имея компанию, которая занимается любимым делом, мы собираемся стать номером один на этом рынке. И мы уже, даже не открывшись толком, построили очень много крутых проектов, которые поставили рекорды далеко за пределами России в том числе. Все блогеры, все пацаны, вся молодежь, все любят тачки, любят крутые заряженные тачки. И мы те, кто строит эти автомобили, мы строим их с душой. И я 100% уверенно заявляю, мы делаем это лучше всех, мы это делаем с душой. У нас лучшая команда. И, разумеется, уже доказано это, об этом знают уже многие из этой сферы, что программное обеспечение и софты ZR Performance, они лучшие, самые надежные, и совершенно другой подход к этому делу. Мы собираемся сделать так, чтобы ошалели все во всех смыслах этого слова. 21 год впереди, держитесь!